Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем с тобой ежедневные награды. Так, ну понятно, что Лига Сёгунов, а вот что у нас тут пониже, это Лига Самураев. Две звезды? Серьезно? Это меня вот так вот сбросили? Не, я не верю, дай-ка я гляну. Точно, Лига Самураев, две звезды, отлично. Нам с тобой придется сегодня попыхтеть, чтобы забраться обратно на ту вершину, с которой нас сбросили. Так, мы с тобой забираем здесь ревард. Ну, давай, давай, не жмись. Так, понять уровень персонажа, сразиться, понятно. Начнем, наверное, с поисков, да? Джастин, нам нужно для тебя найти что? 10 комиксов еще. Ну что, поехали. Ну, понятно. С этими комиксами, ага, вот, все-таки один нашли. Хорошо, 2. Остается еще 8. Ну, как всегда. Тыква, тыква, еще раз тыква. Угу. Фиг мы с тобой тут увидим комиксы, если честно. Ну, это ладно, это быть такого не может. Ну-ка, может быть, здесь? Во, вот тут вот. По фартовью, по-моему. Давай-ка еще разок. Портрет короля. Все, мы с тобой закончили задание, ребята. У нас уже перебор, как говорится, небольшой идет. Забрали. И поднять нам нужно уровень персонажа. Погоди-ка, а что у нас в магазине вообще творится? Можно посмотреть? Опачки. 5 ДНК на Rocksteady фильм. Конечно же, я сразу куплю. По жетонам у нас с тобой тоже, в принципе, неплохо, да? Получается, забираем с тобой еще 3 ДНК на Майки Космос. Отлично. Так, а по жетонам? Ну, тут все плохо. Давай-ка с тобой откроем бесплатно колоду. И у нас там Макман, да? Собственно, персона выпадает. Ясненько. Так, ага, уровень персонажа нужно поднять. У меня 9000 мутагена. Но этого мало. Кстати, дай-ка я вот здесь вот. Откуда у меня 27, извини меня, ДНК? Я не понял. Именно на Армагона. Где это я столько накопил? Давай обменяем. Отлично. Так, что у нас тут еще есть? Излишки какие-нибудь? Есть, но это мало. Даже не стоит заморачиваться, да, с обменом. Будет где больше 10, тогда да. А сейчас даже и пальцем не пошевелю. Так, слушай, подожди, мне нужно же уровень поднять персонажу какому-нибудь. Давай-ка мы с тобой посмотрим. Где-то у нас завалялся чувачок. А может быть, я попутал что-то? Да, в принципе, давай любого. Ну, даже вот, например. Например. Да чтоб тебя. О, Донателло фильм. Раз и два. Ну и три. Все, пускай он будет у меня 48 уровня. Ну что, забираем с тобой награды и бежим прямиком на арену. Да, друзья мои, на ареночку, а потом, наверное, еще и два испытания захватим. Потому что у нас сегодня среда, плюс рабочие дни, я могу за неделю не успеть это все пройти. Точнее, не за неделю, а за какие-то там 3 дня. Ну, а начинаем мы с тобой с арены. Так, поехали. Лига Самураев, две звезды, это смех на палке. Давно я так не начинал. Так, ну что, моби? Хотя, подожди, почему моби? 14-17, вот, видишь, уже лучше Ренато. Здесь, как мы видим, 45 уровень. Это максимально 46 даже, я бы так сказал. Ну что, я начинаю с хвоста, как обычно. Начинаем с хвоста и возьмем с тобой кого-нибудь из топчика. Будет это у нас с тобой Змейка Вьюн. Слушай, я думаю, что его достаточно, да, будет для того, чтобы он всех уронил. Давай-ка проверим. Ну-ка, Змейка Вьюн, не подведи меня. Упс, что-то пошло не так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, по-моему, крышка кому-то. Да. Вот что значит мои эксперименты, блин. Будь они неладны. Ну, что я тут могу сделать? Ну, давай попробуем так бомбануть. Получится ушатать, нет? Нет, не получилось. Ну а ты, Донни, как? Ладушки, добиваем, короче.
Вот так вот, Змейка Вьюн, ребята, оказался не настолько хорош, не настолько силен. То есть я его переоценил, он не показал своей максимальной мощи. За это я потерял Бибопа. Соответственно, и бонусом получаемся по минималке. 99-й ранг, Лига Самураев. То есть там мне сегодня хотелось бы добраться до Лиги Мастеров. Будем пытаться, конечно же. Так, ну что, 14-19 мне дадут? Или нет? Скорее всего, вряд ли. За такую оплошность они мне не дадут супербонуса. Ладно, придется смириться и возьмем с тобой Срикара. Срикар. Звучит как-то паршивенько. Так, Лео, что такое, ребята? Что за зависоны опять, а? Срикар, видимо, обиделся, и игра, друзья мои, зависла. Поэтому давай-ка искать кого-нибудь другого. Ну вот, например, Андрея возьмем. Так, давай Лео берем. Уж с Леонардо 100% будет здесь победа у нас. Отыгрываем с тобой в начале самых слабых. Потом, конечно же, будем уже нашу среднюю и имбу, в конце концов. Так, ну что, вертушка, и они все должны упасть. Отлично. Ну, Леонардо, ребят, никогда не подведет, в отличие от всяких там змейковьюнов и прочих на него похожих. Те же самые паукусы, да? Короче, салабоны. Так, ну что, мы с тобой всего лишь 77 место, а чё так мы слабо продвигаемся-то, эй? Меня такой расклад вообще не устраивает, если честно. 14-18, а 14-19 не дают. Багдад. Так, давай сделаем с тобой откатик один. И дальше продолжаем отбиваться. Так, Шинигами. А ну-ка ся. Стоят уже тут, поджидают меня. Лео, давай. Нечего на них тут, как говорится, любоваться. Укладывай их баньки сразу же всех с одной вертушки. Отлично. Танцы-танцы, зажиманцы. Все, отыграли. Причем, да, Шинигами у нас с летучей мышкой. Она типа какая-то ведьма у нас получается, да? Так, ну что, мне нужно, ребята, пробраться сегодня в Лигу Сёгунов, потом, конечно же, в Лигу Мастеров. Хотелось бы. Так, 15-19 уже лучше. Берем с тобой опять же Леонардо. И почему, ребята, мне вот так вот выгодно делать именно с Леонардо брать остальных вот слабых? Во-первых, мы с тобой очень быстро продвигаемся, и тем самым я отыгрываю довольно слабых персонажей, которые сами по себе здесь ничего не представляют. Они сами за себя постоять не смогут. Поэтому именно Леонардо, как говорится, их и выручает. Ну и, соответственно, на нас, потому что мы получаем кубки за них, грубо говоря, на халяву. Они как бы идут с нами для фулл команды, да? Сами они по себе, естественно, ничего не могут сделать, потому что их тут разберут. А вот за счет Леонардо мы с вами вытягиваем всю эту команду и тем самым продвигаемся. 37-е место. То есть уже, считай, ребята, Сёгун у нас в кармане. Альфред такой довольный, ё-моё. Давай мне, пожалуйста, 15-19. До этого было, вот. Было сейчас. Ну, не хочешь, да? Блин, теперь здесь было. Во. Это у нас Густаво. Так, ну что, опять же мне придется, ребят, брать Леонардо. Раз, два, три, четыре. Ну, смотри, по 4 персонажа мы с тобой успеваем отыграть. Всего их тут в данный момент у меня сколько? 60 или 70? То есть 10 раз отыграем боевку, и все, в принципе, слабочки у нас с тобой закончатся. Так, и, соответственно, чем быстрее мы с тобой здесь пройдем, тем быстрее мы пойдем проходить испытания. Как бы нечего тут тени толкай заниматься. Змейковьюн уже показал, на что он тут способен со своими вот этими экспериментами. Так, 17-я позиция. Погнали дальше. Так, здесь мы возьмем с тобой никого. Не хочу никого здесь брать. Мне нужен 15-19. Вот. Кристиан. Ну, а почему бы и нет? Возьмем Кристиана. Возьму здесь Усаги. Возьмем Усаги с тобой. И раз, два, три, четыре. Вот когда мы дойдем где-то до 50 уровня, да, и против 47-х можно будет уже без нашей имбы сыграть. Так, я думаю, будет справедливо. Ну что, давай, Усаги,
Вешая на них всех постепенно урон. Пускай они от него загибаются. Просто, ребята, на изи с одной вертушки. Ну, в принципе, как и Леонардо, да? Также красавчик сделал. Так, ну мы с тобой дальше идем. Ну и будем мы уже, да, ребят, мы с вами переступили черту Сёгуна. Отлично. Так, 15-19 уже дается без проблем. Я возьму, наверное, Анатолия. Здесь возьму я Бакстера Стокмана. Так, Армагон, подожди пока, не дергайся. И Бакстер Стокман будет у нас отыгрывать вот этих вот четверых. Я надеюсь, что все-таки хватит у него прыти. Вот единственное что, наверное, все-таки смертельную волну я буду отправлять. Там есть возможность повесить постепенный урон. Так, опасно, ребята, очень опасно. Ну-ка. Массовая атака. Упс. Как бы мне это сейчас... Ага, он в инвиз ушел, понятно. Ну, Рокстеди, по идее, отдуплится. Окей. Так, добьешь? Молодец, красавчик. Все. Блин, видишь, Бакстер Стокман тоже не настолько силен, чтобы с первой волны уничтожить всех, которые имеют 47 уровень. То есть намного слабоват. А, там 51 был, да, уровень? Понятно. Но все равно слабенький он. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. 15-19. Возьмем, наверное, мы с тобой Михая. Возьмем Михая. И тут я возьму Армагона. Ну, Армагон, ребята, это мощь, это сила. Это дамаг офигенной высоты. Поэтому я думаю, что его одного здесь будет достаточно, чтобы с одной плюшки ушатать наших противников. Сейчас будем с тобой в этом лично убеждаться. Так, какой противник уровень имеет? Полтинчик, да? Посмотрим. Армагон 90-го, да, уровня у нас? Тыдыч. Слушай, он настолько мощен, я его могу сравнять, в принципе, для своего уровня, как Леонардо. Да? Очень хорошо бомбит. Мне нравится. Его на урон просто потрясающий. Ну что, друзья мои, мы с вами переходим на 58-ю позицию. То есть еще боев дофигища нам нужно сделать. Так, и тут выбираем. Альфред опять тут лезет. Но я возьму, наверное, вот этого вот. Не знаю, что тут написано. Ускан какой-то. Так. Ну что будет, если я возьму вот так? И вот так. Как ты думаешь, одного Джастина хватит? А я вот почему-то сомневаюсь, что мне хватит одного Джастина здесь. Давай вот так вот попробуем. Разносолочку, так сказать, сделаем с тобой из уровней. Так, мне здесь не нравятся кролики. Ну что, наверное, для начала повесим баф. Вот так вот. Запах изо рта. Ага. Выжили, да, все-таки? А вот это плохо. Кому сейчас достанется? Секунду. Так, провокацию я брать не буду. Давай-ка, наверное, на осколки с тобой запустим. Так, минус двоечка. И добиваем всех. Вот так. Вот, ребята, опасность-то в чем. Ты видишь? Лео чуть было не упал. Хорошо, что у нас как бы инициативы хватило перебить у них. А, да? А так бы сейчас бы его, если бы еще два или там один удар, он бы распластался. Ну что же, 40-я позиция. 18 ступенек мы с тобой пролетели, получается. И уже 15-20. Это у нас Аллочка, да? Уровень 53-54. Там максималка, я вижу. Ну что же, давай, возьму Ванька, возьму Муху и возьму, блин, и возьму, наверное, ну, Рафаэля фиксим, давай, так сделаем. Слушай, мне надо что-то делать с теми отстающими. Наверное, придется через Леонардо все-таки отыгрывать их. Так, ну, для начала, конечно же, уклонение. Уклоняшку поставили, теперь провокацию. Ну, можно сказать, что все, песенка тут их не спета. Естественно, Рафаэль сейчас будет всех валить налево и направо. Давай бросим скляночку. Урон просто смешной, ребят. Так, этот в инвиз, как всегда, трусиха. Уходит, понятно. Так, ну что мы тут с собой можем сделать? Ну, давай вот так вот массухой займемся. На. Минус бибоп.
Теперь пулеметная дробь от Ваньки Стиранка. Воу-воу-воу, в ответку. На тебе. Так, отхилимся, потому что там у нас еще есть Микеланджело. Тихо! Это опасно, ребята. Так, ну что, добиваем его. Вот эти вот массовые атаки для наших ребят слабых очень опасны, потому что они могут упасть. Несмотря на то, что я и танка поставил, да, как бы, провокатора. Но массовые атаки, ну то и массовые, чтобы это дело обходить. Так, и какое у нас местечко? 21-е. Отлично. Так, 15-20. Баптист. Ничего себе, какой-то баптист у нас тут. В общем, ребят, я беру, наверное, Усаги, и нам надо отыграть с тобой вот этих вот. У нас очень много слабых персонажей. Именно 50 уровня, потому что противник нас уже опережает. У него 56-й, почти 60-й. Так что если мы сейчас с тобой не подсуетимся, уже мы их отыграть с тобой не сможем. Поехали. Или сможем, но уже, как говорится, Леонардо вместе с Усаги. На это придется тратить больше откатов. Так, ну что, добьешь ты его? Красавица, Лапекс. Ну что, вот, совсем другое дело. Так, давай посмотрим, куда мы с тобой. Мне нужно как минимум сегодня взять 3 звезды. Конечно, в идеале до мастера добраться, но так как мы с тобой уже сыграли одну катку фиговенько, не хватит у меня силёнок туда пробиться. Так, ну что, 15-20, да, это у нас опять Густава. Берем Мусаги с тобой. Ты посмотри, сколько, а? Сколько персонажей, ё-моё. Отыгрывать, отыгрывать и еще раз отыгрывать. По-другому никак. Так, ну что, здесь охламоны, да? Причем у всех практически массовые атаки есть. Кроме Дони. У Дони оригинал, ты не помнишь, кстати, массовую атаку? Вот я не помню. У него, по-моему, нету. Он разбегается, да, насколько я помню. Подпрыгивает и наносит удар своим Бо. Вот у него какой супер удар, скорее всего. Массовых атак нету. Так, ну вот мы с тобой и в Лиге Сёгунов 2 звезды. 84 место. Давай продолжать наши бои. Так, Максимка и Артемка здесь есть. Давай я, наверное, возьму все-таки Артема. И попробуем отыграть Дони плюс Рокзара. Дони, Рокзара и раз, два, три. Слушай, подожди, а он же Хан. Хан имеет офигенную инициативу. Давай посмотрим, насколько он сильную инициативу имеет. Сможет ли он переплюнуть, например, моего Донателло и Рокзара? Не смог, понятно. То есть Рокзар в любом случае станет ходить первым, да? Вот это тоже не есть хорошо. Так, поехали. Минус, да? Минус одного только уничтожили. Так, давай попробуем понизить им атаку. Вообще не сработало. А если баллончик бросим? Так, минус двоечка. Хорошо, что он начал хилять. А мог бы он, ребята, врубить и свой гидрант, свою суператаку. Так, Лео жарит. Оу, неплохо, я тебе скажу, кстати. Очень неплохо Леонардо здесь положил. Черепашонка, отлично. Так, ну что, тогда мы двигаемся с тобой далее. И какое местечко у нас будет? Покажите-ка мне. 84-е было, становится 66-е, да? Ну, предположим. Так, Николай, Джонас и Ауман. Возьмем, наверное, с тобой Николая. Уровень-то уже 61-й. Так, тут без Леонардо 100% нам никак уже не обойтись. Раз, два, три, четыре. Кстати, тут даже и Лео может не добить. Потому что уже 61 уровень здесь есть. А он, по-моему, до 60-59 максимально может бомбить. Ну-ка, посмотрим сейчас. Да. Я вот тебе об этом и говорил. Ну-ка, Хан. Ух. Это плохо. А если мы вот так сделаем? Да ладно, ты серьезно, что ли? Все. Морозильная кошка выручила. Кстати, я вот заметил, ребята, несмотря на то, что морозильная кошка у нас идет как лекарь, именно по атаке она довольно серьезная. Как бы вот именно из атакующих, в отличие от Кирби, да, или той же самой мухи. Я уже это неоднократно замечаю и подмечаю. Так, ну что, 49-е место у нас с тобой.
И мы продолжаем. Так, дадут мне 16-21 еще разок? Дадут. Антон на этот раз у нас выступает. Берем с тобой Леонардо. И возьмем, наверное, здесь Зека. Леонардо, Зек и вот этих вот троих. Ну, тут понятно все. Сейчас Лео... Или подожди, да, Лео делает вертушку. Потом, по-моему, Зек бросит бомбочку. И, в принципе, они должны будут упасть. А, тут немножко наоборот. Зек вначале бросит, ага. Ну, и Леонардо, в принципе, должен всех тут остальных завалить. Логично. Ну что же, двигаемся тогда дальше. Это только еще я, блин, в сёгунах две звезды. Мне нужно... Нет, до самураев навряд ли я... Точнее, не до самураев, а до мастеров я вряд ли доберусь сегодня. Не получится. Как бы я ни старался. Так, давайте мне 16-21. Ну что вы делаете, а? Вот. Хамид. Ну давай возьмем Хамида. 62 уровень там, да? Возьмем Лео и Железноголового. Ага. Раз, два, три. Отлично. Так, это, по-моему, последние 50-е уровни у нас с тобой отыгрываются. Дальше уже идут там 60-е. В принципе, тут все, всем, наверное, будет ясно, что мы будем делать. Леонардо, потом Железноголовый, да? Добивающий. Бумс. Окей. Вот так вот это все работает. Погнали, да. Вот я, кстати, заметил, вот несмотря на то, что мы персонажей прокачиваем до 80-90 уровня, все равно их мощный потенциал почему-то раскрывается именно на 100 уровне. Только вот в этом при этом уровне есть смысл их куда-то там ставить на передовую. И это факт. Так, что у нас тут? Ягами. Не буду я брать Ягами, потому что у него майки. Гульнас. Нет, Гульнас тоже, потому что надо 16-21. А у нас 15-20 дают. Ну хорош. Так, тихо. Вот, no name. 58, 60, 61 уровень. В принципе, сгодится. Берем с тобой Криса. Раз, два, три, четыре. В принципе, ребят, почти на равных. Ну как на равных? Не считая Леонардо и Криса Брэдфорда. Попробуем. Что у нас из этого получится? Ну, сейчас Леонардо половину, наверное, уничтожит. Так и есть. Уничтожаем с тобой Сплинтера. И массовая атака от Паукуса. Бумс, все. Замечательно. Ну что, тут остается у нас с тобой считанные буквально бои. Все-таки в три звезды я попаду, да? Сёгуны. Насчет мастеров это вряд ли. Так, 96-я позиция. Окей. Давай-ка приценимся. У нас с тобой Лин, Гастон и Питер. По уровню слабее будет у нас Питер, поэтому я возьму его. Уровень маленький, а награда та же самая, что и у всех. Раз, два, три, четыре. Так, и что, получается у нас только Тимати, что ли, один? Да ну. Точно, ребята. Остается всего лишь один Тимати. Поэтому нам придется ради него сделать полноценную катку. А не хотелось бы, если честно. Ради одного Тимати-то. Поехали. Сделаем вертушечку. И добьем, наверное, кунаями. Все. Ну, тут прекрасно у нас получилось. Тут по-другому и быть не должно. Так, ну что, Тимати. Значит, одного Тимати берем, а остальных в откаты. Слишком жирно как-то получается. Накладно, ребят. Блин, 5 откатов, а? Тратить. Ну ладно, фиг с ним, давай. Возьмем Лео. Возьмем Усаги. Тимати. Бибопа и Донателло. Вот таким вот образом я, ребят, поступил. Пускай, как говорится, эти слабые персонажи получат немножко опыта, уровня, да? Так, ну что, поехали. Блин, ты заметил, да, какие красные глаза у Саги? Так, прям вот ярость в ней горит. Злость, обида. Ну что, Лео, заканчивает этот, ребята, поединок. И, соответственно, мы с тобой заканчиваем арену полностью. И переходим уже на испытание. Так.
Сейчас посмотрим, какое место у нас с тобой будет. Ну, я думаю, 65-е где-нибудь такое. 63-е даже. Отлично. Так, боевка, испытания. Ну что, начнем с Лиги Лео. Тут у нас... А кто нам вообще нужен? Какой Леонардо? Я знаю точно, что нам нужен Лео Космос. Это 100%. Оригиналы у нас, по-моему, все. И вот, по-моему, Лео Ролевой. И Видение. Скорее всего, так. Ладно, поехали. Упс, друзья мои. А вот здесь вот некая загвоздка есть. Потому что нам не дали имбу. Нам дали только лишь 70 уровень. И, как ты понимаешь, мы вряд ли тут с тобой далеко уйдем. Такой-то командой. Ну, сколько сможем, да? Подбить столько сможем. Ничего с этим не поделаешь. Но зато девичью силу мы с тобой разберем точно всех. Так. Минус таракашки. А, двигаемся дальше. Так, Леонардо кидаем у нас. Минус один, минус второй и минус третий. Все, тут нормуль. Мы получаем с тобой ДНК на Леонардо фильм. А дальше обычно идет Лео. Так, ну давай, давай, хорош тут кружиться, вертеться. Леонардо фильм. Он, кстати, у нас тоже прокачанный, так что нечего тут, как говорится, радоваться. Сейчас мы, знаешь, что с тобой попробуем? Массовыми атаками играть. Ну-ка. Шух. Минус. Так, дальше с этими ребятами как мы сыграем? Да, в принципе, вот. Тыч, упали. Последняя, третья волна. Давай крысиного короля со своими крысами. Нет, ультразвук. В плане. А чё так слабо-то, Кирби? Ё-моё. Ультразвук у тебя вообще не алё. Не смог даже 25-х уровней сразу подбить. Ладно. Двигаемся дальше. У нас с тобой третье будет испытание по счету. Так, Леонардо мы получили. Вот, Леонардо видение. По-моему, он нам нужен, да? Не хватает у нас все-таки на него ДНК. Точно не помню, но, по-моему, мы его полностью еще не нашли. Он у нас не прокачанный. Ну-ка. Карайка красава. Сразу кунаями всех ложит. Это мне нравится. Шредер, по идее, наверное, тоже здесь сможет, да? Пробить всех. Так, с каким-то неким задержанием таким идет, да? Там вдоль секунды. Так, ну и что ты... Ну хотя бы грибочки уничтожил, на этом спасибо. Ладно, добиваем. Отлично. Так, Леонардо, видение, ДНК мы с тобой тоже получаем. Значит, двигаемся дальше. Ну, до Леонардо Космоса вряд ли мы сегодня дойдем с тобой. Так, Лео Ролевой. По-моему, он тоже мне нужен. Тоже вроде бы не прокачанный. Так, тараканы, ну-ка, Карайка, сможешь этих ушатать? Угу, уже не хватает силенок. Ты видишь, да? Идут недобитки. Так, вторая волна. Ну-ка, крысы смогут, интересно, ушатать их или нет? О-хо-хо-хо, как все плохо. Нет, не смогли. Даже Ванька не смог. Плохо. Ну-ка, Шредер, завалишь? Да, слышу, завалил. Так, переходим с тобой на третью волну. Ну, что я тут могу предложить, ребят? Ну, только лишь копишком, наверное. С постепенным уроном. Без. Ультразвук. Так, ну, по крайней мере, меткость понизили. В принципе, тоже неплохо. Так, минус Лео Космос. Бросаем гранату. Тихо-тихо, грибочек, не выпендривайся. Шредер, ты сможешь бомбануть? Ага, Лео. Лео не добили. Ну, как тебе сказать, уже чувствуется напряг. У Кирби такие ладошки, сейчас я только обратил внимание там. Так, и смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. На эпизод 5. Их всего здесь 7. Ну, этот, классический у нас есть. Остальные, в принципе, у нас с тобой есть Леонардики, поэтому как бы, ну, здесь можно просто на расслабоне играть. Хотя какой расслабон, когда 4 волны, это раз. А во-вторых, у противника 50 уровень. Как бы тут не до расслабона, если честно.
Так, вторая волна. Здесь тля. На тебе. Крысы сможет? Не, они не смогут завалить крысы. Они слишком слабые. Ну вот. Ванюшка только сможет, наверное, сейчас добить их всех. Потому что у них мало здоровья. Так, ну что у нас? Основная, да? Пятерка игроков. Фиг его знает, кого здесь. Ну, давай попробуем постепенный урон повесить. А, мы понижаем атаку. Постепенный урон мы делаем, если применяем копье с тобой. Скорее всего, так. Смотри-ка, они промахиваются. Может быть, нам удастся кого-нибудь вырубить. Да, Кейси подбили. Ага, решил бафнуть Сплинтер команду свою. Ну-ка. Сейчас контратака пойдет, блин. А если вот так вот? Ага, оглушение получил. Так, попробуем с гранатомета. Блин. Слэш. Ну-ка, Шреддер, своим суперударом добьешь ты его? Добил. И последняя у нас с тобой волна. Массовых атак фиг. Да нифига. Не сработало. Так, наверное, мы с тобой тут все-таки подлечим маленько наших персонажей. Поехали. Да ладно, не смогли добить. Так, кому-то сейчас... Ох ты, Ваньке как досталось, а? Смотри. Ускоряет команду. Ого, он не только ускоряет, ребят, он... Смотри, что он там еще и эти повесил. Броню на двоих. Вот это да. Ну-ка, давай так сделаем. Минус. Так, а этот что? Сила атаки, а скорость. Ну-ка, попробуем так сделать. Грипп уничтожили. Так, этот вдохновляет опять. Защиту вешает. О, массовая атака пошла. Дело дрянь, друзья мои, дело дрянь. Ну, не хватает мощей у нас пробить. А так, если... Пока, пока. Мы, ребят, потеряли с вами крысиного короля. Давай, наверное, сделаем так. Угу. Поцелуй. Ваньку тоже потеряли, нет? Пока еще живет. Да чтоб тебе. Давай тогда так его добей. Нормуль и Лео Космос остается. Попасть бы по нему, у него уклонение, ребята. Так, вот теперь Ваньку мы потеряли с тобой все-таки, да? Минус двоечка у нас получается, да? Во всей этой эпопее. Да, двоих персонажей потеряли. Ну, ребят, я вам сразу сказал, что мы вряд ли пройдем это испытание полностью, потому что мне не дали здесь ни одного имбового персонажа. Итак, отлично, можно сказать, мы с тобой прошли. Ну, на эпизод 6 я вообще, ребят, наверное, не буду идти, потому что, ну, 65 уровень, тут смысла нет. Карайка одна, она не вытянет всю эту комбинацию. А вот девичью силу, да, мы, наверное, пройдем. Кого дают? Так, этих мы убираем. Кого тут нам дают? Ну, ты сам понимаешь, да, если я возьму всех топовых, мы просто сейчас их разбомбим. Так что приступаем. Так, ну здесь, ребята, я ставлю автобой. Тут, сам понимаешь, 10 уровень у противников. Просто на один зубок. На один зубок нашего Армагона. Так, минус. Минус. Ну, ты сам понимаешь, да? Минус и минус дает плюс. Так, а вот здесь вот, если бы эти училки были бы, предположим, ребят, на секундочку, 100 уровня, то они могли бы 100% разнести мою команду в пух и прах. Потому что у них вот этот вот массовый дамаг, который они делают, да, своей механической рукой, просто капитально выносит. Я помню, даже 70 уровня сталкивался с ними. Очень хорошую трепку они мне дают. Так что 100 уровня они вообще бы меня бы в хламину ушатали. Ну что же, ладно. Три волны. Давай начнем. Ну, можно, в принципе, и массовую атаку, но мне кажется, так будет быстрее.
обычными ударами их ушатать. Окей. Так, переходим дальше. Вот они, эти училки. 20 уровень, сам понимаешь, это вообще для нас ни о чем. Тоже их разбираем. И переходим на третью волну, где нас поджидает кто? Эйпил и Карайка. Ну, здесь можно и массовую атаку сделать. Шух, все, упали. Ну что, мы с тобой переходим. Какая у нас получается? Третий, по-моему, эпизодик. Это был второй же, да? Второй. Сейчас мы с тобой перейдем на третий эпизод. Эй, прилонил в кармане. Так, дальше у нас идет змея-карай, потом морзильная кошка. Уровень врага 35. Опять же, для нас это ни о чем не говорит. 35 уровень, просто с одного удара будет падать. Вот когда пойдет 50-й, да, 55-й, 59-й, 60-й, там уже, да. Ну, а это так, развлекаловка. По-другому и не скажешь. Тут вообще можно было бы, кстати, смертельную волну вызвать, да, они бы все упали бы сразу же от удара Бакстера Стокмана. И последняя, третья, заключительная волна. Ну, давай валунчиком, так уж и быть. Бумс. Все. Это другого расклада здесь и быть не могло. Отлично. Так, здесь ты понимаешь, да, кто мне нужен из персонажей? Мы Кунаича-то с тобой, кстати, прокачали до 5-й звезды, по-моему, да. Значит, нам остается Алапекс и Шинигами. Подожди-ка, я что-то сомневаюсь, что у нас Кунаича прокачана до 5-й звезды. Сейчас я гляну. Она не могла прокачаться, потому что она тяжело находится. Алапекс-то понятно, Шинигами тоже ясно. А, ну, Кунаичи. Так, я даже ее не могу найти. Вот она. Да, ребят, у нее всего 25 ДНК из 100. 4 звезды она золотые имеет. Так что есть смысл, ребята, за этих трех персонажей повоевать, подраться. Так, ну, морзильная кошка — это, опять же, проходящий вариант. То есть, даже заострять внимание. Тут вообще все проходящее. Тут никаких трудностей для нас вообще не будет. Потому что сам по себе этот... Как говорится, это испытание легкое, девичья сила. Даже те, кто, ребята, не имеет таких вот сильных персонажей, может воспользоваться ихней подборкой команд девичьей силы. И, в принципе, довольно неплохо пройти. Они сразу даются в платиновом ранге. По-моему, да? В платиновом же. Плюс со всей полной прокачкой. Все скиллы там прокачаны будут. Я лично именно так в свое время когда-то проходил. А, тут же у нас Ирма. Вот, ребята, как выглядит Ирма. Ну, на самом деле она выглядит не так, потому что это у нас Кренги сделали из нее робота. Ну, не из нее, а прототип Ирмы сделали роботом. На самом деле Ирмы... Я даже не знаю, кто она, блин. Подружка, наверное. Это, может быть, еще до того, как наши черепашки познакомились с этой Сей Прилонил, может быть... Какая-то подруга у них. Я не знаю, если честно, я не смотрел 83-го года мультик этого «Черепашек-ниндзя» или 88-го. Какого он там точно года, я уже и не помню. Но это, говорят, Ирма — это один из первых персонажей из «Черепашек-ниндзя». Ихняя подружка там. Так, завалили. Ну, крысы здесь на изи. Они такие противные, ты посмотри на них, как они выглядят. Фу, безобразно. Просто безобразно выглядит. Так же, как и вот эти вот мутант-белки. Напоминают мне почему-то чужих. Так, давай сюда бомбанем. И этого уничтожаем. Так, это у нас была вторая волна. Сейчас переходим на третью. Дайте мне массовую атаку какую-нибудь, а? Не хотят. О, волну выпустим, да и все. Так, и заключительная четвертая волна. Давай, Усаги. Ложи их всех, баиньки. Они утомились, устали и хотят отдохнуть. Все. Ну что же, у нас с тобой, по-моему, остается два последних эпизода пройти. И все. И будем закругляться. Будем ждать с тобой следующее испытание, которое будет связано с Усаги и Дзимбо. Так, Алапекс, Шинигами и Кунаичи. Поехали. Сейчас будем драться за Шинигами. 5 волн уже. Минус.
60 уровень. То есть последний бой будет, они будут 70 уровня. Так получается, да? Ну, предположим. Так, давай выпустим волну с тобой. Какая-то задержка идет на суперударах, я смотрю. Давай-ка мы этих тоже с тобой быстренько ушатаем. Потому что каждый пока ты стрельнет. Или пока у нас каждый сходит. Видишь, как бы задержка идет какая-то. Я уже заметил это. Так, ну здесь все понятно. Лео, давай. Бомби. Так, ничего себе, Кунаичи выжила. 65 уровня против вертушки Леонардо она все-таки выстояла. Так, ну ладно. Давай мы эту Ерму сейчас бомбанем. Нечего здесь вообще делать. Так, апперкот. Почти пол хп и добивочная, наверное, да? Да, уж больно она боится именно выстрелов снарядов. И у нас с тобой последний, заключительный поединок. Я даже сказал, да, не поединок, а последнее избивание наших противников. Так, шинигами в кармане. И вот у нас с тобой Эйприл Кунаичи. Конечно, тоже нужно на нее набивать ДНК. Пускай даже одна штучка, но все равно, ребят. Поехали. Так, Усаги делает свой супер козырный удар в своем синем кимоно. Отлично. Слушай, а он у нас кто по званию? Ронин? Ну, по-моему, Ронин, да, ребята? Они только ходили в этих соломенных шляпах. Так, Училок, ребята, надеюсь, Армагоша справится. Так, одну все-таки оставил в живых, а? Падай давай. Четвертая волна. И на пятой, по-моему, у нас опять же будет Ирма, насколько я помню. Давай здесь выпустим с тобой маузеров, наверное. Ага. Не смогли уничтожить все-таки всех. Так, Лапекс упала. Да ладно, Карайка, успокойся. Даже повреждения не нанесла. И вот она опять же Ирма. Я думаю, здесь то же самое, ей ничего не светит. Сейчас мы быстренько ее шик-шик-шик зашинкуем. Причем, смотри, у этой Ирмы, да, вон, легкие. Разобрали, называется. Зачем я делал провокацию, скажи мне, на милость. Я хотел вообще-то сделать апперкот. Так, ладно, бомбанем ракетами. Дальше попробуем заблочить. Все. Все-все-все-все добивает у нас Рафаэль. И Ирма падает. Точнее, не Ирма, а робот Ирма. Ну вот, ребята, мы с вами и зарабатываем последние ДНК в этих испытаниях на Эйприл Кунаичи. Фармить, соответственно, я ничего не буду, потому что, ребята, мало того, что у меня сыра нету, так у меня еще и телепортов очень мало. Они мне будут нужны для следующих заданий. Так, в магазине ничего не поменялось? Нет, ничегошеньки не поменялось. Да, все, ребят, мы с вами выполнили все, что смогли. Остается у нас... Подожди-ка, а с чего это я вдруг взял, что у нас будет эксперт на Усаги Дзимба? Нет, ребята, на Супер Шреддера. Конечно же, Супер Шреддер — это то, что мне нужно. И, соответственно, я буду ждать до начала 3 дня. Что, в субботу, что ли, будет? Как-то странно, сегодня среда. Через 3 дня будет суббота. Не, наверное, в пятницу все-таки. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.